Продолжаем самоизолироваться и стараться как можно меньше появляться на улице. Продолжаем играть в солдатиков и делать на них обзоры. Я вас приветствую. Сегодня у нас с вами большой игровой набор от технолога. Хазарский набег. Вот в такой большой коробке. Сильно рассматривать ее не будем, коробку. Вот она такая здоровая, большая. Значит, что мы имеем внутрях? Дружину «Беркут», отряд «Чагатай», два метательных машины «Клоп», две осадных пушки «Гром», конструктор крепости на более чем 100 деталей, правила, карточки магии, армлисты, схемы сборки, лист покраски и кубик. Ну что, хватит смотреть изнаружи, давайте посмотрим, что там внутри. И я предлагаю вам, как всегда, открыть все это дело модельным ножичком. Ладно. Итак, пленка снята. Открываем саму коробку. Значит, это у нас будет первый большой набор. Смотрим, что внутрях. Значит, одно орудие. Ох, чувствуется это отсоединившиеся от литничков всякие запчастюльки. Патроны к пушке. Это, наверное, метательное орудие. Что у нас тут дальше? О, это у нас, я так понимаю, схема сборки замка. Это у нас, значит, правила традиции. Традиция, правила игры. Значит, дальше что у нас? Смотрим. Что у нас в коробочке? А в коробочке, ну, понятно. Это у нас схема раскраски. Еще одна пушка. Еще пушка. Соответственно, и сами литнички. Вот. Все это выглядит вот так. Ага. Это у нас... карты магии. Значит, литнички, значит, это крепежи между деталями замка. Еще одно орудие. Отряд 1. Еще один такой литничек с деталюшками. Значит, литник с деталями непосредственно замка, лестница мы тут наблюдаем. Пластик твердый. Откусывать будет от литничков очень просто. Значит, вот такие они одинаковые есть. А получается, вот таких одинаковых у нас раз, два, три, четыре штуки. Четыре штуки вот таких вот. Два, значит, вот таких литничка. И два литничка с креплениями, соответственно. Два отряда. Вот они у нас. И два армлиста, соответственно. Это у нас, значит, получается отряд. Вот он, получается. Вот этот. Беркут, соответственно. Да. А это отряд Чагатай. Или как правильно? Чагатай, да, правильно. Вот. Ну что ж, соберем замок, посмотрим на него. Да, вот они, пружинки для орудий. Посмотрим. Значит, и каждый отряд тоже посмотрим поближе. Все, коробочка пуста. Сделаем подробный фотоотчет. Но я думаю, снимать литнички не будем, а уже непосредственно собранный замок отснимем, покажем. И отряды, соответственно, каждый отряд отснимем, покажем. Полдня не спеша я собирал этот замок. Правда сказать,
У меня были двое помощников, и это отчасти больше затрудняло мне сборку, нежели облегчало ее. Набор, нужно отметить, выполнил свою главную задачу и привлек внимание моих детей. Не только в сборке они принимали участие, но и уже после сборки успели пострелять, конечно, без всяких там правил, по замку из орудий. Впечатление от сборки замка, твердый пластик в данном варианте креплений, оказался не самым лучшим материалом. По сборке было поломано не одно крепление, но благо производитель этих креплений дает с большим запасом. Мало того, сборку можно сделать не только в таком варианте, но и в других. Благо, опять-таки, этих креплений для вариантов производитель, опять-таки, положил немало. Орудия собрались легко, стреляют хорошо, зарядов в коробку положили много. Солдатики из твердого пластика. Не знаю почему, но эти наборы мне не очень понравились. Особенно скучным мне показались отряд Беркута. Ну, хватит слов. Давайте посмотрим на отряды этих солдатиков поближе. Как всегда, сделаем фотографии. А я прощаюсь с вами. Не болейте, играйте в солдатиков. И не забывайте ставить палец вверх и подписаться на канал.